Якщо політика в чистому вигляді в Україні міняється не так швидко, як нам хочеться, то політика культурна, навпаки, розвивається по всіх напрямках. І у Дніпропетровську також. Не буду витрачати слова на прелюдії, одразу зроблю оголошення. У вівторок, 18 серпня, у Дніпропетровську просто неба будемо дивитися чорно-білу німу стрічку «Еротикон» у супроводі чеських музикантів експериментального проєкту «Форма». Двоє з них сьогодні в нашій студії. Спілкуємось через перекладача, тож будьте уважні. Доброго вечора, Барбара, Роберт. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, наверное, первый вопрос. Несколько слов о вашем проекте «Форма» и насколько этот проект отличается от тех музыкальных проектов в мире. Takže dobrý večer ještě jednou. Já bych chtěl jménem členů projektu poděkovat za pozvání do vašeho televizního studia. Takže zdravstvujte. Můj projekt «Форма». Мы благодарим за то, что вас позвали. Мы группа, которая приехала в Украину для того, чтобы представить свой проект «Форма». Мы сопровождаем немые фильмы. Мы будем выступать в трех городах – Киев, Днепропетровск и Одесса. А Одесса. Наша гудба власне се погибує на помезі електроніки і акустики. Používаме електронické přístroje, smyčkovače nebo loopery se tomu říká. Potom vlastně využíváme kolegu instrumentalistu, hudebníku. Máme vlastně bubeníka, saxofonistu a pianistku, zároveň zpěvačku. A tvoříme takhle naživo hudbu k němému filmu. Ну, а чем же этот проект? Наша группа отличается от остальных групп тем, что мы умеем очень качественно и очень с душой сопоставлять электронную музыку и живую музыку. У нас также есть певица, которая сейчас находится возле меня. Также у нас есть саксофонистка, у нас также есть скрипач. И поэтому наше, то, что мы делаем, это дает старому фильму новое обличие. Власне, того творения этой гудбы, так же, в остальном, мы сме дост специфичны в том, как ту гудбу делаем, потому что делаем на миру тому фильму. Myslím, že je to specifické právě v tom, že tím, že jsme živí muzikanti a zároveň používáme těch efektů, máme širší možnosti té exprese v hudbě. A благодаря тому, что мы группа, которая умеет очень с душой соединять электронную музыку и живую музыку, мы помогаем зрителю лучше понять фильм, лучше его прочувствовать. И благодаря этому своей душой мы передаем ощущения, которые идут в этом фильме. Мы снажим ему помочь этим звуком. Лепше прожити емоції того фільму. Ну добре, давайте поговоримо про саме той фільм, під час якого глядач дивиться, а ви імпровізуєте і граєте музику. Багато хто каже, що це дуже скандальний фільм. І ваша думка з цього приводу, чи дійсно він скандальний, чи це надумки журналістів з цього приводу? Так, тен фільм, оскільки цей фільм був знятий в 1929 році, і саме названня вже «Еротикон» говорить про те, що для цього часу насправді був скандальним, тому що оператор звертав увагу на такі частини жіночого тіла, як уші, як шия, як палець. І, учитывая те, що в цьому фільмі чоловік дуже близько приближається до жінки, і камера, яка була направлена на їх поцілуй, вже для 1929 року була немножко була еротичним. Takže skandální skandálním jsem byl, a i tot fakt, že v Čechách ten film byl pokazán půl roku později, než on byl pokazán v Itálii. Ale důležité je také vědět, že erotika není jediný a hlavní námět toho filmu. Režisér Gustav Machatý se snažil především отеврить тото контроверзный тема. Режиссер Махачи, он не хотел обратить внимание только на эротику. Основными еще проблемами этого фильма является супружеская неверность, внебрачные дети, что для 29-го года уже было темой табу. На свою добу было оправду новое тема, о котором се не мловило. Але самозрівні, поки це на то подіваємося. Якщо ми візьмемо внимання современного зрителя, то, звісно, якщо він піде на цей фільм і буде чекати якийсь скандал, то, скоріше всього, не дождеться, якщо ми, звісно, його не устроїмо самі. Це на мені не стане. Але мусі, самозрівні, на той фільм глядіт з тою знальостю того, з якого коли ми будемо смотрити цей фільм, ми повинні пам'ятати, що цей фільм 1929 року. На тему еротики актуальна і на сьогоднішній день. У нас в цій добі це актуальне, то всі ж знаємо. Згоден, що тема еротики дуже актуальна і на сьогодні. В мене питання такого плану. У Дніпропетровську, у Харкові, в Одесі, коли
глядач дивиться цей фільм, а ви граєте свою музику, це кожного разу якась інша мелодія, імпровізація, або кожен з тих міст, глядачів з тих міст, які я назвав, буде чути одну ж ту ж саму мелодію? Так та гудба se samozřejmě vždycky trošku liší, pokud jsou na pódiu živí muzikanti s nástroji. A to znamená, že předevčírem, když jsme hráli v Kyjevě, tak ta verze vlastně byla zase malinko jiná. Poskolku my živí muzikanty, tak konečně, že improvizace bude přisutstvat. I to, že my pozavčera hráli v Kyjevě, to, že my do toho pokazovali v Polsce i po všej Čechii, konečně, bude trošku odličatse od toho, že zavtra uvidět dnipropetrovčani v городе. No, nesmětře na to, konečně, že u nás je zagotovlená muzika, jakýto zagotovlené oddělné objekty. Aby se děli, ale vlastně vždycky je to takový půl na půl. Myslím, že pokud si posluchač bude chtít odnést nějakou melodii a zapamatovat si ji, tak ji tam určitě najde. Když přijde uslyšet, uvidíte, co tam budeme pokazovat, 100% to najde to i dla sebe. I pro nás je to velmi interesné, protože každý nový film my můžeme předat s novými emocemi. I naše emoce závisí od toho, jak nás děstvuje город, jak s námi pracuje publika. Jak na nás ten večer působí, tak to můžeme předat divákovi. A ještě teda chci říct to, že samozřejmě ten film má spoustu dramatických scén. Хотел бы еще добавить, что в фильме есть очень много драматических сцен, и с помощью своей музыки мы помогаем зрителям эти сцены проживать глубже, понимать этот фильм гораздо лучше. И, конечно, я бы хотела сказать, что если мы в каком-то городе находимся дольше, то мы к этому городу привыкаем, у нас появляется какое-то настроение этого города, и поэтому каждый раз в новом городе наш фильм происходит с нашим новым настроением. Дякую за відповіді. Наступне запитання. Ваш погляд на Україну очима людей, які мешкають за кордоном, але таким близьким кордоном до України, адже дуже багато років, дуже багато, ми були з вами в єдиному таборі, соціалістичному таборі. Зараз ви Європа. А чи Україна стала Європою? Чи наближується до тієї Європи, в якій мешкаєте ви? Těžká otázka. Já si myslím, že Ukrajina je pro mě Evropa. A jaký je náš pohled na Ukrajinu? Já jsem poprvé na Ukrajině. Díky tomu našemu hudebnímu turné jsem měla šanci se sem dostat. Jsem za to moc ráda, zatím jsme byli teda především v Kyjevě. Я думаю, что Украина – это Европа. Но я в Украине первый раз, но этот первый раз имеет на меня большое влияние, и я под очень хорошими впечатлениями, потому что я была 3 дня в Киеве, и эти 3 дня прошли для меня незабываемыми, потому что я видела очень много приятных людей, людей, которые хотят что-то делать, людей, которые чем-то интересуются, а также мне очень было интересно смотреть на людей в парке, которые танцуют. Это лично мое мнение, и я очень надеюсь, что это мнение не является каким-то таким вымышленным, поскольку я здесь первый раз. Слунчковый погляд. Přála bych Украине, аби се могла так радоват. Так про мене, самозрежно, Україна určitě není о ніц мінь європейська, ніж наша власні земля. A pořád ji vnímám jako součást, v podstatě i díky tomu jazyku, jako něco blízkého. Až vlastně, já jsem tady podruhé a až teď zjišťuju, když mám čas konečně se tady rozlížet a poslouchat, kolik společných prvků máme. Já v Ukrajině второй раз, a для меня Украина это, конечно же, Европа. И в первую очередь, я не думаю, что Чехия больше Европа, чем Украина. У нас очень похожие языки. И я здесь второй раз уже начинаю немножко вас понимать. Я замечаю, как много подобных слов. Если вы говорите о политическом конфликте, который здесь возникл, то вы знаете, что медиа не всегда показывают реальные вещи. И когда я нахожусь в Чехии, я не могу это оценивать адекватно, я не могу это оценивать нормально. Но я очень надеюсь, что этот конфликт очень быстро закончится. Если же не закончится, то он не будет ухудшаться. Думаем, что это ни как он не будет více гротит. Дякую за відповідь. Ви сказали, що кілька днів були в Києві, але Дніпропетровськ це фронтовий регіон, де дуже багато військових, дуже багато поранених з буремного сходу України привозять. Чи помітили ви, чи відчувається в Дніпропетровську присмак війни?
Так уж вчера во влаку мы это могли видеть. Конечно, мы это все видели, когда мы ехали из Киева в Днепропетровск, мы видели несколько военных, но опять же, мне очень тяжело оценивать ситуацию, потому что я здесь не нахожусь все время. Мы пытаемся разговаривать с людьми, которые здесь живут, выяснять их отношение ко всей сложившейся ситуации, потому что мне оценивать это очень тяжело. Роберт, а самозрежне Конечно, когда вы видите военного на улице, это, конечно, напоминает все о войне, но мы разговаривали с людьми, которые здесь живут, с молодыми людьми, спрашивали их ощущения. Люди говорят, что, конечно же, очень страшно, но когда это лично не коснется тебя, ты очень сам не можешь это прочувствовать. No já teda řeknu jenom to, že když jsem poprvé oznámil doma, že pojedeme na Ukrajinu hrát, prezentovat náš hudební doprovod k němému filmu, tak jakmile jsem vyslovil slovo Ukrajina, tak se všichni se samozřejmě začali bát, moje máma, Когда я сказал дома, что я собираюсь ехать в Украину, представлять наш проект, конечно, мои родители, моя мама не были от этого в восторге, но еще это может быть тем, что моя мама и мои родители — это более старшая генерация, еще они, скорее всего, прожили что-то такое неприятное, что война их могла коснуться лично, но я это воспринимаю немножко по-другому, потому что я отношусь к другому поколению, я надеюсь, что нам здесь ничего не угрожает, и я очень надеюсь, что в скором времени это все решится мирным путем. Поеті, що так рекомендую. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, до нашого міста, до нашої держави з дуже приємною місією, адже музика надихає на любов, кохання вам, вашим рідним, і нехай панує мир і в Україні, і в Чехії. Дякую. 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 Показ фільму «Еротикон» у Дніпропетровську відбудеться просто неба 18 серпня о 20.00 на оглядовому майданчику в парку імені Тараса Шевченка під гаслом «Мистецтво з видом на Дніпро». А ближче до вересня шукайте новини про фестиваль «Конструкція, форма та зміст, аудіовізуальне мистецтво та нові медіа в просторі міста». Дякую нашим гостям із Чехії, вдалого бажаю їм виступу, а сам повертаюсь до інших тем випусков.